Друзья мои, привет, меня зовут Юрий Шаров, вы смотрите мой видеоблог. В этом выпуске я хочу пообсуждать очень важную для многих жителей Архангельска и Архангельской области темы, прежде всего автомобилистов, это тема повышения цен на горюче-смазочные материалы, на бензин 92-й, 95-й, на дизельное топливо. Смотрите дальше это видео, будем вместе разбираться. Ну и так, как мы все знаем, за последний месяц буквально дикими темпами растет цена на бензин. Надо сказать, что буквально за неделю он мог подорожать на 10%, 4-5 рублей. Сейчас он активно приближается к 50 рублям. Конечно, большинству населения это не нравится, потому что от этого в том числе зависит и развитие нашей экономики. Для малого и среднего бизнеса это достаточно серьезные деньги. И надо сказать, что в мой адрес обратилось несколько заинтересованных автолюбителей, которые попросили меня выяснить, есть ли объективные предпосылки для роста цен на бензин, либо это просто жадность нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. И надо сказать, что я сделал запрос в Федеральную антимонопольную службу, которая занимается подобными сговорами картельными, либо необоснованными завышениями цен. Направил я вот этот запрос буквально несколько дней назад. Я очень надеюсь, что ФАС проверит объективность завышения этих цен на Архангельском рынке бензина. Если найдет какие-то нарушения, то предостережение вышлет соответствующим организациям для того, чтобы они эти цены как-то подкорректировали. Будем ждать ответа. Я буквально, как только они поступят, буду вас информировать об этом в своих социальных сетях. Я очень надеюсь, что это будет очень скоро. Ну, вот такая интересная информация. До новых встреч. Спасибо, что смотрели до конца. Комментируйте обязательно это видео в комментариях. Пока!